21 июня вышли проведать каштан номер один. Ну, по цвету все хорошо, но рост пока я не замечаю. Убрали сорняки, вот лопата, и полили. Каштан номер два. Каштан номер три. Это тот, который подвязан на палочку, потому что вытянулся ствол. Каштан четыре. Самый потенциально проблемный. У него вот листья пожелтели, но сейчас вроде бы желтизна уходит, а новые листики, молодые, вот, идут совсем хорошие. Но пока живой, явно пока живой. Будем смотреть, что будет дальше. Ну а воду для полива, естественно, беру в ручейке, вот, в бутылочке, стаканчиком, потому что глубина небольшая, и на полив. А лопата нужна для того, чтобы спуститься сюда, потому что довольно крутой склон, а так на нее опираешься и хорошо спускаться. И завершение. Каштан номер 5. Самая последняя посадка. Ну, тут вроде все нормально. Все. Это было 21 июня 2021 года. Обход завершен. Кто будет в этих местах, найдите бутылочку воды, полейте. Пока, спасибо. С вами был садовод Игорь.